В гостях у Елены. Так, что же я сегодня еще готовлю? Решила потушить тыкву с кабачками. Вот, воки. Вот она уже так, тыковка прижаривается вот так вкусненько. Вот. Вок замечательный, то, что я в обзоре показывала, прекрасно работает. Такой запах. И сюда перчиков. Перчиков по-прежнему у меня еще очень их много. Не буду сейчас отвлекаться, показывать вам. Вот, лучок. А сейчас помидорки. Вот, тыкв столько у меня тут. Помидорков вот сейчас вот наберу. Вот, так что вкуснятина еще та. Захотелось очень. Я сейчас ем только мало что мне полезно сейчас. Я, можно сказать, соблюдаю строгую диету. Вот. И это не все, что я готовлю, я ем. Для некоторых, чтобы знали. Вот так. Это я вот посадила укоренившуюся пеларгонию, которую я из загородного дома привезла. Здесь два вида и третий вид. Черенок. Очень красиво, когда я вам показывала уже, несколько видов в одном месте растет. Красота. Так, ну что ж, сейчас еще нарежу все тут. Морковку еще почищу, пусть морковка тоже вкус даст хороший свой. Это все домашнее, ничего покупного тут нету. И даже масло подсолнечное домашнее с Украины. Так что вот такая вкуснятина у меня сегодня будет. Может быть, кашу какую-нибудь отварю себе. Вот. Или пшеничную. Или полбу. В общем, что-нибудь отварю себе. А может и не буду. Что-то есть не хочется особо. Достала морковку. И еще последние эти баклажаны тоже сейчас нарежу туда. Вот, мы собирали последнюю. Морковочка грязненькая, сейчас помою. Вот, своя морковка никогда чистая не бывает, мы ее не моем. А вот иногда бывает мою, редкий случай, когда... вообще редкий случай, когда мою. А так, в принципе, нормально и так хранится. Мы не страдаем этим. Вот сколько у меня тут принесла, видите, с балкона. И это не единственное, эти вот шоколадные. Не единственный пакет, полно есть. Это вот последний сбор, я же говорю, ящик целый. Ой, мешок целый мы привезли. Желтых много вкусняшек. Смотрите, какие они классненькие вообще. И такие же и красные. Вот это шоколадные. Очень много. Сейчас еще вот этот вот порежу. Вот. Сюда побольше, в общем. Ну ладно, все сделаю и покажу. У меня сейчас надо мешать, чтобы не сгорело там ничего. Вот такой калейдоскоп у меня получился. Видите, какие цвета. И баклажаны, и разные перцы, и тыква, и морковка кругляшами. Тыкву с кабачками я в первую очередь и морковкой потушила. Сейчас добавила только лук и перцы разные. Помидоры я сюда не буду класть, я решила этого не делать, они пускают сок. Я не хочу, чтобы у меня был соус, просто хочу такие вот тушеные овощи. Мне всего здесь достаточно. А помидоры я вот помыла, я их потом, мне очень нравится... нарезать помидоры, лучок розовый, либо белый, и чесночку туда, соль, сахар, ну и лимонный, лимон, соль, сахар, оливковое масло, помидоры и чесночок туда надавить, можно укропчику добавить, просто прелесть. А еще я добавляю туда, это итальянское блюдо получается, туда добавляю еще хлеб кусочками, или же гренки. Это просто обалденно. Я решила себе на вечер вот сделать вот такое. А сейчас я покушаю вот такие вот овощи. И решила кашу не варить. Эти каши мне надоели. И вес от них набрала. В общем, не буду пока. Ну что же, вот и готовы мои овощи. Больше я их не буду тушить. Я не сильно поджариваю. Видите, вот слегка вот так они у меня. И потушились вот в своем собственном соку. Обожаю такие овощи. Просто нет слов. И сейчас на терочке натру 2 чесночка. Я когда выключаю уже, тогда уже натираю в конце, чтобы не ушел вкус вот этот запах, весь смак чеснока. Так что можно добавить не сюда, а отдельно себе в тарелочку сметану.
Очень-очень вкусно получается. Наверное, все-таки я себе добавлю сметанку. Вот такая вкуснота. Иногда я, знаете, что сюда еще делаю? Иногда я сюда немножко чуть-чуть добавляю лимон. Выжимаю лимон. Вот на вот этот весь вок, он такой вот высокий. И у меня он нижняя часть, ну половинка, так скажем. Я добавляю пол лимона. Вот, потому что сладости здесь хватает в тыкве, вот в овощах. Подсолю и добавлю лимон. Можно добавить перчику вот именно сейчас. И что я сделаю? 5 перцев уже в тарелочке. И чесночок, и все, и сметанку. И я буду такую вкуснятину сейчас кушать. Ну что ж, дорогие друзья, я не знаю, что-нибудь сниму еще какой-нибудь кадр для вас или нет. Ну, заодно я попрощаюсь все равно с вами. Пожелаю вам удачи, всего самого доброго, хорошего. Только хороших, позитивных дней вам. Вот, погодка пока еще хорошая, радует. И поэтому радуйтесь и любите, и будьте любимыми. Ну, а вы, как всегда, были на канале в гостях у Елены. Мне очень приятно, что вы заходите ко мне в гости. Я всегда рада всем. Помните об этом. Пока-пока. Всем привет, дорогие мои гости, дорогие друзья, кто зашел ко мне. Я приехала уже сегодня вторник, вчера вечером приехала в понедельник от сватьев своих. Вот. На эту тему, конечно, я еще с вами поговорю много. И сняла немножечко видео, я ездила в Суздаль, мы хотели двум дням, в общем, два дня только там быть, но сыночек говорит: мамочка, давай я еще предлагаю отвезти все вместе, чтобы мы поехали, и тебя, в частности, отвезти в Суздаль. Вот, кто знает, что такое Суздаль, тот понимает, где я была. Я немножечко сняла только одно место. Вот, там есть Кремль, там одни монастыри, там святое место, это Золотое кольцо России, там прекрасные места, это нечто. Я отдохнула и душой, и самое главное душой, и всем-всем, со своими сватьями, с детками, мы отдохнули очень хорошо. И вот мы остались подольше, мы отпраздновали день рождения свахи. И решили остаться, чтобы уже... Я вам уже рассказывала, что я устраиваю себе в течение года несколько таких моментов. Ну, небольшие такие паломничества мы делаем. Либо с дочечкой старшей, она очень любит, либо со сватьями, либо я одна. Ну, в общем, неважно, каким образом, просто устраиваю. Потому что это очень нужно для души, для веры. Отвлечься нужно. И, в общем, вот так. И сейчас я дома... Я хотела снять вторую часть мастера-класса, которую я вам уже загрузила по кофточке детской. Но опять это рычание, опять перфораторы работают. Сейчас вот немножечко они утихают, поскольку обед. Вот. И я хотела снять небольшой ролик для домашнего влога. Вот сегодня чем я занималась? Сегодня я занималась, убирала, значит, чеснок. Вот в банке. Это чеснок, который остался. Все вы знаете, у меня очень крупный чеснок, очень хороший сорт. Вот. Многие просили, но я не знаю, каким путем вам это сделать. Видите, я то заболела, то я на даче, то еще где-то, и поэтому что-то как-то у меня не получается. Дай бог, чтобы сейчас у меня получилось еще отослать всем вам семена. Раньше я хранила еще соль, солью засыпала, вот так вот в банках. А потом я услышала вот такой способ, и он мне очень понравился. В прошлом году я хранила без соли, и прекрасно он сохранился. Это то, что у меня осталось. Видите, здесь у меня весь крупный-крупный. Вот. И здесь внизу крупный-крупный тоже у меня, и маленький. Остался у меня, я не досадила. Там уже на даче садила, и в загородном доме посажен по-прежнему. Видите, какие луковки сделали за один год из семян его. Я посадила немного на даче, но вот остались чуть-чуть. Вот они цельные. Вот такие, видите, какие крупные. Сами понимаете, вот. Очень крупные. Представляете, из этих вот, из этого зубка какой бы вышел. Вот они очень крупные, смотрите. Вообще. Вот такие. Вот тут еще есть. Ну, я оставила, чтобы напокушать их. Вот все вот эти. А это я, вот эти вот поменьше я выкопала. У меня очень много было просто так насеянные. И вот каждый год и на перышки. Я срезала его на перышки чесночные.
В этом году у меня там его было очень много, это в загородном доме. Я выкопала несколько кучек, потому что их у меня очень уже много, и чтобы вот так вот съесть. Но он тоже, видите, не, как бы не мелкий, не совсем мелкий. Вот, нормальный. У некоторых такой чеснок бывает. Вот, это уже крупный. Вот вверху тут немножечко. Вот. И вот таким вот образом, вот эти банки я буду просто хранить вот тут вот в шкафу. Вот. И все. Никаких проблем. Сохраняется он хорошо. Вот. И еще, конечно же, я натираю на терке и формочки для льда замораживаю, потом в пакетик ссыпаю. Поверьте мне, сохраняется весь вкус. И еще я делаю вот такой еще. Так. Еще вот так я делаю. Это сушеные дольки чеснока. Видите? Запах обалденный. Можете в духовке, можете в сушилке. Вот это я в духовке, это, потому что его немного я делала, чтобы не включать сушилку большую. Вот. Противень у меня был весь. Ну и там у меня еще есть в пакете бумажном таком, вот я храню. Вот. И в банках стеклянных самое лучше хранить. Я просто оттуда сюда буду насыпать по чуть-чуть. Вот такие вот. Вы можете вот это все, вот это все. У меня был кадр один, но он у меня пропал. Камера вот у меня глючит. Я снимала, как я пропускаю вот эти сушеные. Как я сушу, снимала. А как пропускаю, у меня камера хоть не отсняла. Она сама по себе отключается. И сейчас я коплю на новую камеру. Не знаю, на что копить. Копить на лечение. Следующее. Как раз это будет после Нового года. Опять капаться буду. Копить ли на дом? Ой, ладно, не в этом дело. Пропускаю через кофемолку. И там вы уже делаете либо в порошок, либо в кусочки. И вот этот чесночок дольками вы можете добавить в приправу. Сделать себе смесь приправы. Я тоже это как бы делаю. И храню вот в этих вот баночках вот таких вот. Вот. Это вот у меня травка. В общем, различные. А вот здесь у меня я намешала, видите, здесь у меня овощи. Здесь пастернак, сельдерей куски, паприка вот там где-нигде есть, это маяк мой. Вот. И, конечно же, еще кусочки чесночка. Вот такая приправка классная вообще. Мясо, здорово в мясо добавлять. Вот. Здесь вот мой сушеный острый перчик с семенами вон там. Где, если можно добавлять семена в перегородке, семена самые острые в перце, а так он не очень острый. В общем, так, здесь у меня варится, сделаю побольше, потому что я тут залезла, помешала. Здесь я готовлю, опа, вот в этом, значит, казанчике я его называю. Вот. По-прежнему жив и все нормально. Здесь я ребрышки с мясом говяжьи готовлю. Это запросил Артем. Вот, давно. Второй раз он уже у меня просит говядину. И мы купили. Вчера поздно вечером ездили, купили. И вот я ему готовлю. Ну, не только, конечно, ему из бульона и какого-нибудь одного куска. Здесь много кусочков прямо. Мясные. Это не... Забыла, как называется эта часть. Я буду делать... Он запросил супчик. Харчо или с огурчиками. Посмотрим, что я сделаю. Вот я сейчас вам хочу просто показать. Вот. И вот это всего лишь косточка. А это мясо. И так вот их вот их несколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь кусков. Я отвариваю сразу, потому что, видите, какой-то бульончик классный. Я потом бульон процеживаю. Конечно же, сверху пенку беру, но пока варится там еще. Вот, я заберу пенку сверху. Ой, процежу бульончик, сделаю либо харчо, либо огуречный супчик. Огурчики соленые как раз банку открыла. Вот, а сами вот эти вот кусочки я запеку в духовке с картошечкой. Вот. Она, мясо почти готово, такое нежное-нежное говядина. И плюс еще я картошечку по-деревенски на 4 части со шкурочкой обмажу, значит, маслом оливковым, приправой какой-нибудь вкусной, какой вам нравится. Я базиликом сушеным своим, причем вот этим красным. Вот. Можно туда чесночку выдавить, перчику черному, все это смешать маслом и
Снизу я кладу картошку и уже сверху мясо. Если мясо сырое, то вы кладете мясо снизу, а сверху картошкой. Я так не делаю. Ладно, эта курица, она быстро готовится, а говядина, свинина, она дольше. Поэтому картофель я как будто я отдельно делаю. Сначала тушится у меня мясо, и потом лишь только если я хочу вместе с мясом, я добавляю сверху картофель. И тогда он доходит нормально. А так здесь у меня отдельно уже, потому что говядина с косточкой, и будет у меня и первое, в общем, одним словом, и второе. Кусочки я, значит, натру чесночком, вот так сейчас себе сижу и думаю, сделаю отварные, натру чесночком, значит, приправкой, вот, посолю еще их и запеку. Вот сниз, можно снизу, можно сверху, неважно как, потому что картофель быстро приготовится, а мясо почти готовое. Вот, сначала накрою фольгой, чтобы картофель быстро приготовился, размягчился, потом открою и под гриль, чтобы мяско немножко прихватило и картофель. Ну, на сегодняшний день у меня картофель будет сверху. Так, это я открыла, сразу хочу вам сказать, компот со смородины. Помните, я вам показывала, как я делаю. Далее мне соседка по даче дала хороший рецепт. Смородина черная, сок из смородины черной. Компот, господи, все перебрала. С листьями смородины, которые там и 35, 38, даже можно 70 листочков. Так я попробовала, я же как всегда должна еще свое. Я попробовала с красной смородины сделать, с листьями черной смородины. Ой, вот он. Вы просто не представляете, какая это вкуснятина. Мне нужна была 2-литровая банка, ибо мне не хватило, вот, чтобы наполнить с чесночком. И я тут же открыла. Вкуснятина неимоверная. Вообще, я же там вам показывала, кто смотрел мои дачные влоги. Они довольно-таки очень интересные и очень-очень емкие такие. Там я очень много секретов всего показываю. Так что смотрите, есть дачные влоги у меня. Такие плейлисты. И я там очень интересно вам и показываю, и делаю, и рассказываю. Так что на следующий год, даст Бог здоровья, и на то его будет более, то я обязательно сделаю из красной еще смородины. Мы пьем вовсю, уже практически, я говорю, надо остановиться, чтобы еще туда зимой оставить побольше сока, компота. Вот. Он нам очень понравился, и мне там говорили, что один стакан, значит, и мало. Вот мне дали на один стакан рецепт, я 1,5 смородины на 3-литровую банку стакана ягод. Мне писали, что мало. Девочки, какая... Ну, вот, ну, если вы хотите, чтобы он у вас был прям приторный-приторный, делайте. Разве я против, дорогие мои? Это такой рецепт, а вы уже сами танцуете. Я, например, добавила 1,5 стакана на 3-литровую банку, и это предостаточно. Не забывайте о том, что вкус еще дает. Вы даже вот не порассуждали над этим. Я же вам сказала, что со смородиновыми еще листочками, а их довольно-таки много. И они дают вкус просто непревзойденный. А сколько там витаминов? Вы просто же заливаете, вы же не кипятите, и получается просто сказочный компот. Очень вкусный. Вот уже я его попробовала. Я у нее попробовала, когда она мне дала. И дома мы уже опились с Артемом. Это очень вкусно. Дети, всем, кому давала, все сказали, сказочный, мама, делай. Нам всем очень нравится. И вот я удерживаюсь, стою, у меня слюнки текут. Я уже стакан выпила. Сейчас я половину выпью за день. Половина Артем с работы придет, и я ему тоже налью. Вот, сейчас покажу в банке черносмородин. Ну, уже в банке покажу. Хотя я ее уже показывала, но в дачных влогах можно показать. Тьфу, в домашних. Все вот эти красоты, вкусняшки, я именно делала там и вам показывала. Вот мы привезли баночки пыльные, такие из этого. Сейчас буду вытирать. Артем с подполья. Вот какой он насыщенный. И здесь вот у меня ягоды здесь 1,5 стакана. Видите, какой? Какой шикарный вкус, просто обалденный. Больше не надо. Больше это уже не тот вкус будет. То есть это вот получается темное, это посветлее. Так как это красное, это черная смородина. И, конечно же, вкуснятина, огурчики с красной смородиной. Это просто сказочный вкус, поверьте мне. Очень вкусный. Мы маленькие, уже 2 баночки литровые уже, как говорится, угомонили. А это я вам показывала, что я делала. Это огурцы с виноградными листьями замотанные. Вот они, видите? Вот так вот я их заматывала в виноградных листьях.
Это рецепт просто обалденный. Это рецепт моей мамочки. Естественно, в Молдавии и на Украине, наверное, так делают. И в Румынии, везде. Это просто, ну, вкуснятина, девочки. Они хрустят. У них такой вот яркий, такой вот, ну, полно дубильных веществ. Что говорить. Очень вкусно. Вот я уже, вот эти мы привезли. Не знаю, может, это и до Нового года даже, потому что... Хочется открыть, чтобы угостить и всех. Мы это все не съедим сразу. Вот. Хотя, вот я говорю, вот мы баночку открыли прям моментально. Я, конечно, больше ем, чем Артем. Артем не очень ест консервации. Так, здесь вот я приготовила тыкву. Вот моя рука и тыква. Вы не представляете. В общем, все-таки мы взвесили вот эту здоровущую тыкву. Вот эта тыква. Очень-очень она длинная. Камера даже не передаст. Она весит 28 килограмм. Вот такая здоровая, ее переворачивать даже очень сложно. Вот моя ручка. Вот там у меня, значит, помидоры. Вот уже дозрели. Помидоры мне негде хранить здесь. Если у вас есть подвал, который имеет 5 градусов, ну, до 10 можно градусов, опять это самая, 5-6 самая лучшая температура для томатов и перцев, они будут у вас дозариваться в хорошем подвале, под поле хорошее, вот, не влажное такое, ну, вы понимаете, о чем я говорю, то вы можете с помидорами до Нового года и после, потому что в этом году столько было помидор, и последний вот зеленый, вот они у меня, я уж сколько увезла, вот сейчас ездила, и вообще постоянно вот в последние 3 раза вот уезжаю, и все увожу и угощаю. И также тыквы увезли, у меня вот они, вот, вот, это вообще, так, это 25, это тыква почти 30 тоже, вот. Вот у меня еще кабачки есть, я тоже ездила, отвозила, деткам давала. А это картинка. Буся, бусинка, скажи всем привет. Скажи, как ты по мамочке скучила. Скажи, пожалуйста, как ты скучила. Скажи, я очень соскучилась по мамочке. Сейчас вот только с ней, рядышком. Буся, а что так отвернулась? Двоечку поди получила, да? Провинилась? Папа тебя ругал? Да? Конечно, провинилась, она рылась в цветочки. Да. Да ладно. Ну покажи личико, пожалуйста. Вот. Не может смотреть вам в глаза. Да. Да, папа ругал бусинку. Вот лапки сложили, мы его так вот стоим. И вот, простите, пожалуйста, бусинку. Так скучала по ней. Вот я вытащила вот эту, значит, сушилку. Я буду в ней, чтобы ту большую не ставить. Она у меня еще, кстати, на даче, может быть, я ее и не привезу сюда, которая от мини-фермеров, 10 поддонов. А эту, обо всех есть у меня, и вот, а этой сушилки, и сушилка, которую у мини-фермеров есть, видео об обоих, об двух вот этих. Вот, чудо-сушилочка, очень мне нравится. И вот для малого я оставила это, объема, простите, и вообще, в принципе, фрукты, овощи, там вот грибочки сушить, травы, вот я ее для этого. Ну и сейчас ее использую для цукатов тыквенных, вот буду делать. Вот, я вот эту всю изведу на это. Намереваюсь, я там как Бог даст, посмотрим. Сколько-то останется какая-то часть, я заморожу ее для каши. Вот, и я ее буду разрезать, конечно же, на видео. Что хочу сказать, я, наверное, все-таки про смородиновый соус, кто имеет уши дослышать мне сейчас, кому это нужно, я, конечно, и в прямом эфире, я, наверное, завтра или послезавтра выйду в прямой эфир, сейчас просто очень много дел приехало, и не хочу что утомляться, вот. И я, наверное, все-таки продиктую его и в прямом эфире, и вот, когда буду делать вот этот рецепт, одновременно и там продиктую, поэтому... Бодрости, бодрствуйте. Вот видите, кто не смотрит домашние влоги, кто их не слушает внимательно, да даже и не домашние. Есть такие, которые 15 минут покажешь видео и не слушают его, потому что они задают вопросы, те, которые есть ответ в видео. Вот. Тот, кто вот слушает до конца, кому нужно, кому хорошо в гостях у меня, кто что-то может взять, тот сейчас услышит про вот этот соус. А где я буду про это говорить? Отдельное видео снимать как-то странно, тоже потом будет говорить, где это видео, какое видео. Вот. Поэтому я говорю, что я буду вот в этом видео вам, когда буду делать цукаты, тоже продиктую рецепт. Почему?
Почему скажу? Потому что у меня, во-первых, нет времени. Во-вторых, у меня этот соус есть. Мне незачем делать. Я сделала одну порцию. Вот. И мне его ни к чему много делать. Вот он, пожалуйста. Вот. Вот. Вот он. Вот бутылка здоровая здесь. У меня, конечно, еще там есть. Так, это у меня уже концовка. Вот, вот в этом еще, вот, начинали мы, тоже есть еще. Поэтому я, девочки, вот так вот немножечко, опа, я вам продиктую рецепт. У меня его очень много, и стала там искать бумаги в этом, бумаги, говорю, бутылки в подвале, и нашли еще 3 бутылки здоровущие, вот такие, одна вообще 2 литра. Поэтому я лучше смородинку так поем, потому что, опять-таки, я хочу сказать, что я много не получается заморозить. Холодильники все забитые, морозильные камеры. И смородинка, конечно, мне очень полезна. Зимой она мне очень нужна, и пироги я делаю, и все такое. Я просто подумала, куда мне так много. Вы уж меня, пожалуйста, извините. У меня никогда не доходит времени, вот чтобы вам все под одно снять, что есть. Какой-то год это покажу, какой-то этот. Вот. Но, в принципе, он мало чем отличается от соуса из красной смородины, который я вам уже дала. Вот, поэтому я вот продиктую рецепт и скажу, как делать. Это делается очень просто. Ну, просто очень-очень просто. Вот. И нехватка времени у меня, и уж есть у меня он. То есть, и, конечно, против сил я не могу идти, вы меня, пожалуйста, простите, я и так порой вот в последнее время уже против сил работаю, я очень сильно устаю, и я не хочу, чтобы у меня здоровье пошатывалось, потому что дети меня ругают, и правильно они говорят: мама, ты нам нужна здоровая, вот у тебя впереди куча еще внуков будет, и, пожалуйста, не огорчай нас. И надо, вот я понимаю, что вам хочется, и хочется много, и не забывайте, что я одна. Вот вы представьте, я приехала, мастер-классы доснимать надо, а это, извините, целыми днями. Рецепты все спрашивают новогодние, а это, извините, и продукты купить куча денег уходит. За раз 1000, простенькие рецептики не особо-то, вот я смотрю, нужны. Клафути дала, и мне сказали, что написали, что, конечно, там очень грубой форме Артем удалил. Это уже я сама не читала, он прочитал, что это что за праздничный рецепт. Ну, извините, если вы клафути каждый день едите, то, извините, некоторым людям, дай бог, это клафути сделать один раз на праздник или воскресенье. И опять-таки, внимательные видео нужно слушать. И я эти рецепты даю и в видео говорю не обязательно на 31-е, простите. Конечно же, торт, безусловно, а вот у меня не будет торта. У меня будет что-то вот из такого десерта, легенького, вот. И впереди 10 дней, впереди Рождество, я сказала, впереди Крещение в видео. И вот весь этот плейлист, он именно на эти праздники и дается. Вот, и кто умеет, имеет уши, да слышит. Вот, я всегда так говорю, кто хочет, тот услышит. Сейчас у меня очень много есть постных рецептов. Вначале, когда я давно, уже лет 10-15 назад, постилась очень-очень-очень даже. А потом вот у меня здоровье не позволяет прям вот идеальный пост держать сейчас. Вот. И у меня насобиралось очень много, очень. Я даже вот прямо собирала на листочках, их записывала. И вот сейчас что начать? Вы меня поймите сейчас и порассуждайте, мои хорошие девчульки. Я с вами делюсь, мои дорогие. От всей души, вы не представляете, я сейчас с вами говорю, и мне прям хочется и обнять даже вас. Я хочу всех любить. Очень хочу всех любить, уважать всех. Не хочу я плохого. Меня это разрушает. Я так не могу жить, если что-то, что-то там. Я обязательно буду молиться, я обязательно буду каяться, чтобы искоренить все это, чтобы у меня не было и не мешало мне жить. Вот, я уже не знаю, с чего начать. Но, как я обещала, мастер-классы, мне нужно их сейчас доделать. Вот, прямые эфиры. А опять же, заниматься сейчас семенами. Вот посмотрите, сколько. И каждый просит, давайте вот это, давайте вот это. А я одна. Мне даже если и по ночам работать. И опять-таки, я еще раз хочу сказать о том, что каждый день одно видео идет. И лишь вот эти вот мои поездки. И то я, считайте, получается, воскресенье у меня не вышло видео, понедельник, и вот сегодня уже вышло видео, мастер-класс. 2 дня,
просто, потому что я не успела уже их обработать, и вот, их же нужно еще обработать и загрузить, и все такое, монтировать красиво, вот. И получается, что каждый день. И опять-таки, если по два видео я сдавала по два видео в день, у меня нет просмотров. Подождите, я вот тружусь, выложу, а просмотров там мало. Потому что люди, хоп-хоп, два их, кто посмотрит, кто не посмотрит, кто чуть-чуть посмотрит, потом подумает, еще досмотрю, но потом не смотрит. И получается, что вот я просто тружусь впустую. А это тоже очень тяжело. И я ведь тоже хочу как-то, чтобы, ну... чтобы хоть что-нибудь заработать, потому что трудящийся достоин награды, я хочу вам сказать. Вот, трудящийся достоин награды, это в Библии даже есть написано. Поэтому вот как-то так. По два хочу, ну, может быть, и выйдет, сейчас будут идти по два. Смотрите, не ленитесь, заходите, еще раз хочу, вот я как бы на фоне этой тыквы, давайте поменяю объект красоты. Вы думаете, вот, что сейчас я вам что-то скажу. Я просто знаю 100%, что вы из тех плейлистов, которые 2016, 17, 18, новогодний стол, из тех-то вы, некоторые вообще ничего не приготовили, а некоторые что-то попробовали. Есть возможность в этом году это попробовать. А сколько мне снова? А выпечки? Так это в столах вот этих новогодних. А еще у меня есть плейлисты выпечка, вторые блюда и так далее. У меня еще отдельные есть, поэтому пасхальные можно блюда приготовить, то, что на Пасху, запросто приготовить его на Новый год, на Рождество и так далее. Ну, яйца не имею в виду красить, но и куличи печь, но там первое, второе, там мясо, там салаты, вот. И плейлист салаты есть еще. Те салаты, что новогодние, они в плейлистах «Новогодний стол», а есть еще плейлист «Так». Я сегодня хотела вот посвятить именно этому, потому что вот-вот преддверие уже Нового года. Я дам, я буду снимать, конечно, но вы смотрите те блюда, там замечательные, там такие шикарные. Одно только в этом году вот все говорят, как свинина, как там рыба. Вот я в этом не понимаю, конечно, и не желаю окунаться в это не мое. И я это не принимаю, что именно вот это только надо готовить, иначе рассердится какая-то зверюшка. Это не мое. Вот, я думаю, что для всех верующих это не то, но что хочу сказать, там есть куча мясных, одно только что курица фаршированная, запеченная утка, по-моему, у меня там еще, да, полно есть мясных блюд, можете там взять, и, конечно же, я буду еще вам, буду, безусловно. Сейчас вот загружу вам, у меня есть еще отснятый, я не успела вам загрузить, кабачковые медальоны, значит, фаршированный с мясом свинина и говядина там. Вот специально купила, так как мы не едим. И опять-таки хочу вам сказать, вот сейчас будет пост, вы представляете меня, вот это все готовить, снимать вам, и есть некому будет. Артем мало ест, он не ест много. И я порции эти рецепты не могу разделить совсем уж на чуть-чуть, потому что они уже не те, уже не тот рецепт, понимаете? Если я буду сейчас запекать курицу, я вам хочу запечь курицу с картофелем внутри маринованной, это вкуснятина на Новый год вообще. Вот. То кто у меня есть будет? Дети далеко. Чтобы у меня дети ехали в такую даль и попробовать курицу, да это же они на бензин сколько потратят и времени. Близкие, знакомые рядом не живут. Есть только один друг, он уже объелся. На работе друзья тоже объелись, но у меня бьет по карману раз, а во-вторых, пост тут будет, и мне очень слишком тяжело будет и то, и другое. Но я вот сейчас оно говорю, не отказываясь, я просто вам, ну, общаюсь, вот как будто мы с подругами сидим, и я рассказываю. Вот, нисколько не ною и ничего не говорю, просто нужно понять правильно меня. Найдутся, я понимаю, сейчас те, то и не поймут правильно, но это их дело. Мы с здравомыслящими сейчас общаемся. Мы люди добрые, которые понимают и мыслят правильно. Я обязательно это буду делать. Я просто намекаю на то, что смотрите, ведь куча видео, очень много, большой выбор. И вот я уверена, что не все приготовили. Конечно же, не все, безусловно. Полно есть еще, чтобы посмотрели. Вот. И домашние видео смотрите, где-нибудь какой-нибудь там секретик я вам. Вот сейчас вот я вам приготовила, буду снимать ленту, я в ленте была. Посмотрите, какие красоты я купила, давно хотела вот это вот купить. Вот, я буду снимать вам еще обзор, вот тоже стоит вот и мозолит глаза. Ну, а и об этом тоже я буду снимать, это моя поездка с таким вот уловом была, значит, а вы, так сказать...
В Ковров я ездила, потому что сватья живут в Коврове. Вот, сыночка, дочь, это, любимая, родители живут в Коврове. И вот я, видите, уже шапку связала. Там брала, взяла один моток, потом думаю, да что же я один моток-то? Мне ж, что вы, вязать-то надо, вы же меня понимаете. Вот теплая шапочка, она тоже подойдет и к пальто моему. И вот пальто... Это отдельная история, мы поговорим в прямом эфире об этом пальто, потому что я ужаснулась, когда читала комментарии. Артем, конечно, старался самые гадкие удалять. Вот. Но и про очень хорошо вот, подойдет еще у меня под пуховик. Просто я видео делала не про пальто и про пуховик, я видео делала о шале и шапке, и такой разумный человечек был, такая замечательная подписчица, она написала об этом, что речь-то, девочки, шла, кто вас спрашивает, она написала там, опа, речь шла-то вообще-то о шале, а не о пальто. Вот. Ну, там уж меня даже все мои, значит, части тела уже осуждали. Это ваше дело. Я это вы. В общем, и вот еще таких я купила. Смотрите, у меня уже шаль практически готовая. Тоже там вязала. Вот, это пряжа. Art Crazy Color хорошая. В общем, я все это тоже вам расскажу. Это мы посетили. А как же там все вяжут? Все и Сваха вяжут, все вяжут, и Снохушка все вяжут. И мы, конечно, в Ковровский магазин искусниц творчества и рукоделия. Вот. Кто живет в Коврове, пожалуйста. Ну, я поближе потом покажу. Вот. Бурнит. Кружево, буси, что-то. Ну, все, короче, тут есть. Пуговицы. Вот такой вот магазин. Очень большой. Там очень-очень большой, и чего только нет. Еще бусинка угомонилась. Вон она там лежит, лапочка. Не отходит, это меня скучает. Ну что ж, мои дорогие девочки, не знаю, что сниму, а у меня там еще есть кадры. Я впереди вам поставлю кадры до отъезда. Я там, знаете, тоже тыкву вкуснятину готовлю. И довольно-таки прям рецепты вам показываю на яву. Тоже вкуснятина. Знаете, другой раз говорят, ну это же не на Новый год. Ну вы знаете, я не знаю тогда, что вам предложить на Новый год. А почему бы нет? Вот эти медальоны кабачковые, это вообще блюдо, ну просто шик. Просто шик, вот я вам выложу. И почему бы овощи не потушить к мясу? Вот, например, тыква с овощами. Сейчас вот будет видео. Вот посмотрите, пожалуйста. Тоже можно к мясу запеченному это подать. Вот. Я это делаю. И делала постоянно много-много лет. Так что вот так. Смогу снять еще что-нибудь, сниму. Вот, к примеру, у меня вот тут уже доготавливается вкуснятина. Но если я успею, мои хорошие, я не обещаю, потому что мне надо готовить уже вот обед. Сейчас пока тихо. Пока обед, вот и люди не работают, ремонт делают люди, соседи, то я вот взяла момент, чтобы вот я говорила, а не рычала над ухом. И, конечно же, еще надо садиться вечером поздно мастер-класс доснимать вам. Ну, вот так вот, девочки. Наверное, навряд ли буду я. Я там вставлю еще другие кусочки вот для общего такого видео. До новых встреч, мои хорошие, мои дорогие. Я вас очень уважаю. Вы понимаете, я очень стараюсь. Я очень стараюсь, но против себя, против своего здоровья, мои дорогие, я не могу идти. А уже я шла. Вот. Поэтому я одна на всех вас. Вот и поддерживайте меня, а вы меня ругаете. Тут не так, там не так, здесь не так. Тут я сказала не так, там сказала. А попробуйте все это, держите вот в голове. Да тут заговоришься еще не так. Вот попробуйте, я метаюсь. У меня есть канал разнообразный. Посмотрите, сколько плейлистов. На чего только нет там. Я ведь не только вязание, либо там я одни рецепты только выпускаю. Вот, поэтому мне тяжело. Вы меня поддерживаете. Вы знаете, как я рада, когда мне пришлют поддержку. Я читаю, и у меня появляются силы, и я иду работать. Как-то так. Я вас мотивирую, но ведь меня, я устаю, вы меня тоже должны мотивировать на то, чтобы я вам вкусняшки снимала и все такое. Так что так вот, девочки. Ну все, всех целую, обнимаю. Как всегда, с вами была ваша Лена. Пока-пока, до новых встреч.